Очень часто обладатели этого имени увлекаются философией и любят размышлять о жизни. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности, наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Счастливый камень для владельцев этого имени – бриллиант, а также все украшения из платины. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Владельцы этого имени рождены по числом 5 и управляются Меркурием. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.